Ну что, ребята, в Черногории добрались? Добрались. В море покупались. Давай сейчас-то подумаем, что нам так сделать, чтобы у нас максимально эффективно здесь время прошло. То есть, чтобы удовольствие было по полной программе. Запланировать день. Да. Запланировать день. Окей, хорошо. И запланировать наше путешествие. Ну, тебе я не сомневался в этом плане. Окей. Как всегда. Да. Я ответственная за отдых. Хорошо. Значит, тогда подъем во сколько? 7 утра. 7? Подождите, 7 это по Москве 9, да? По Москве 9? Нормально. Ну, нормально. Москва просыпается. Что, потом зарядку давайте, потом на море. Давайте зарядку на море. Зарядку на море? Да. Вспомним самые наши лучшие деньги. Встали, пробежали сюда, сделали зарядку, покупались и обратно. После пробежки я хочу учиться байкинг. Ну, сначала, погоди, сначала позавтракать. Надо позавтракать. На пустой желудок учиться в айсе сложно. Окей, значит, тогда, соответственно, после пробежки, после зарядки, возвращаемся, завтракаем. Нужно при необходимости, да. Позаниматься, потом саморазвитие. Час на саморазвитие. Потом, да, ну, час копейками на саморазвитие. Отлично. А потом бизнесом давайте позаниматься. Стоп, подождите, ребят, на самом деле, то, что я предлагаю еще, все-таки... В начале дня обсуждать цели на вот на этот день. Окей, соответственно, на чем мы остановились? Обсуждаем, потом час на саморазвитие, ага. Например, обучение в айсе. Потом Наташа по бизнесу, да, время? Да, по бизнесу. То есть, соответственно, там звонки кандидатам, там, кстати, блоги, такие вещи. Окей, хорошо. Часики, я думаю, можно уже на обед. Да? Сейчас уже можно пообедать. Пока по бизнесу мы проголодаемся. Да. Получается где-то часов тогда 12. Ну, значит, до обеда время будет, я думаю, какое-то. Можно как раз собраться будет, обсудить, у кого какие идеи. Давай мозговой штурм. Мозговой штурм. Здесь я чувствую, здесь голова начинает работать прям так хорошо. Окей, значит, мозговой штурм, потом обед, потом, соответственно... Море. Вот такое вот красивое море. Шикарное море, я сейчас искупался, мне понравилось. Нет, правда, вода обалденная. Цвета, да, вообще, цвет морской волны прям там настоящий. И прозрачная такая, прям чистая, класс. Супер, классно, принимаем. 2,5 часа на море. Приехали бизнес строить. Нет, мы приехали совмещать бизнес, отдых, путешествия. Окей, хорошо. В стране. Значит, соответственно, тогда море, потом что? Потом следующий блок по бизнесу, по идее, да? Или? Ну, перекусить надо. Обедать надо будет обязательно. Обед, то есть, соответственно... Обед, море. Угу. Обед, море, потом блок по бизнесу еще. Да, один. Еще можно потом ужин с партнерами блок пообщаться. По то есть, блок по бизнесу после ужина. Ну, да. Перекусить же надо будет. Да, с ребятами пообщаться. То есть там, соответственно, общение с партнерами, веб-миты. Окей. Ну что, и часов, наверное, до 9, вот так вот максимум. 9 можно тоже собраться, подвести итоги дня. Погулять, походить. Пообщаться, опять же. Да. Хорошо, мы распланировали только завтрашний день или у нас так каждый день будет проходить? Ну, давайте попробуем в таком режиме именно делать каждый день. Я потом, думаю, что... если что, внесем просто туда корректировки по итогам первого и второго дня. Если сможем вот действительно каждый день планировать, каждый день так проводить, я думаю, будет очень эффективно. Как ваша экскурсия? Ну, это не ко мне, вы знаете, я скорее маньяк по бизнесу. Смотрите, я предлагаю съездить обязательно в два места в самое ближайшее время. Это обязательно съездить в два места в ближайшее время. Это Дубровник, то есть мы съездим за это время с две страны. Еще съездим в Хорватию. И съездить в Бокоготорскую бухту. Давайте сделаем так, чтобы у нас было три дня в неделю. Вторник, пятница и воскресенье, я предлагаю, посвящены именно путешествиям по стране. И в эту пятницу тогда поедем в Дубровник. Или наоборот. А потом все остальное распланируем дальше. Хорошо. В общем, неделю мы запланировали. Да, берем машинку на прокат. Берем машинку по всей Черногории. Я, кстати, взял с собой права. Максим-то. Так, а сегодня я предлагаю отпраздновать приезд в ресторане. Пойдем. Сегодня? Ну все, давайте. Ну, раз, два, поехали! Что, пойдем купаться? Пошли купаться.